Всем привет, меня зовут Даша, и вы на канале Игольник Дарья. Сейчас я занимаюсь такой вещью, как переделкой штанов. Вернее, как переделкой. Вот у меня штаны, и вот эти линии, которые уже порвались, белые, я хочу их снять, полностью снять. Потому что в этих штанах я еще в какой, по-моему, класс 9-10, не помню, школу на физкультуру ходила. Но они у меня до сих пор как раз эти штаны, и они мне нравятся, они очень удобные. А с вот этими вот, ну, как вам сказать... Ну, вы поняли. Я на тренировках, блин, буду выглядеть как бомж. Ой, а что они такие удобные, так нравятся, так не хочется с ними расставаться. Нет, у меня, конечно, есть деньги, чтобы купить новые штаны, но мне эти штаны так нравятся, что я решила, что все, я пока в этих буду ходить до момента, пока они уже все, меня не изживут до последнего. Вот так. В общем, мне нравится, как я сделала штаны, очень-очень. С одной стороны одна линия, а с другой стороны две. Но прикол в том, что я хотела и со второй, чтобы была по одной линии, но мне кажется, так прикольно. Это, конечно, уже обшарпанные штаны, им уже сколько лет, как это... Но мне кажется, что это все равно очень прикольно, потому что мне они очень нравятся, и я в них хожу уже бог знает сколько, везде где подряд, и они до сих пор живут. И мне так классно, мне так у них кайфово просто в этих штанах. Вот так. Вышла я в лифт. Ну, выхожу на улицу, в общем, собственно. Так классно, такая погода офигенная. Солнышко светит. Насчет тепла не знаю. Я шапку не одела, но я думаю, что зря я ее не одела. Ну, посмотрим. По ходу дела разберемся. Я уже на каком? На пятом этаже. Давай. Первый. Короче, ждем или автобуса, или троллейбуса, что-нибудь, может быть, подъедет. Надеюсь, вот есть какой-то автобус, сейчас в него впрыгнем и первый попавшийся. И поедем. А нет, это не мой, это какой-то, нет, это червона свобода. Хорошо, впрыгнем вот сейчас в 12-й и поедем. Я сейчас пью чаёк с лимончиком, такие травы, и яблочки. Вкусно-вкусно. Очень вкусно мне, так нравится. То есть, как это? Чаёк, яблоки. Чаёк, яблоки. Яблоко очень вкусное. Вот Фуджи, да, если брать на рынке, оно не выглядит, понимаете, идеально. Смотришь на него, покупать не хочется. А на вкус... класс. Офигенная. Я сейчас буду готовить картошку с этим, с курицей. У меня уже почти все для этого готово. Мне только картошечку почистить и курочку. Будет очень классно. А потом пойду в депот. Это в Черкасово, большой торговый центр. Мне в делегат очень нужно. И это было бы очень-очень неплохо. Короче, режу я картошку уже. Это будет полезное питание вот такими вот мелкими кубиками, очень мелкими. Я хочу по полезному питанию, по правильному. То есть делаю, я буду ее делать, правда, на сковородке, но без наличия масла в нем. И это очень хорошо. Мне это нравится, потому что по правильному питанию и не отличишь. Вот я готовлю без масла сейчас, и... Вкус от этого не меняется абсолютно. То есть кушаешь, это офигенно и правильно. И... Да. У меня просто была раньше до этого утятница, но она немножечко отжила свое, поэтому я буду делать на сковородке. А вообще, если по правильному питанию, лучше всего будет варить или в духовке. Это удовольствие еще больше, чем если ты будешь делать кастрюли, сковородки, в общем. Такое дело. Я просто очень мелкими кубиками сейчас нарезаю в процессе нарезки. А потом пойду в депот. Мне нужно там будет достать горшок и просто найти с канцелярии магазин. Там он должен быть. Мне очень блокнот нужен. Один. Потому что мой уже свое отжил. И потом посмотрим. У нас просто горшок нужен, земля, потому что цветок он немножко... подсыхать начинает, его уже нужно и корни пускать очень довольно-таки сильно, и его уже вот искренне
сильно искренне нужно пересаживать. Это важно для цветочка. Вот, посмотрела я только что видео с разных ютуберов, которых я все-таки обожаю смотреть, пока этот новые видео повыходили. Потом этот, что еще? Да, тут сегодня было вареные яйца, салат. Сегодня еще буду пасту тахини делать. Это правильное питание, опять-таки. И этот, короче, фасолевую пасту с пастой тахини, в общем, очень-очень полезно. Очень вкусно, с авокадо, в общем, со всей полезностью. Тоже буду на хлебушек помазать и так покушать. Не знаю, насколько это вкусно, я никогда это не пробовала. Я пробовала вот фасолевую пасту, но просто без всяких вот добавок, тахини и так далее. Ну, будем пробовать. Что ж поделаешь. Сюда кидаем этот картошку. Там воды на дне чуть-чуть есть. И это хорошо. А мы накидываем сюда всю картошку. Она этими, если видите, такими очень мелкими кубиками. Мелкими-мелкими. Вот так вот. И сейчас будем просто это все тушить. Как будем переворачивать, не знаю, потому что чуть ли не выше кастрюли. Ну, будем пробовать. Ладно, разберемся. Будем сейчас пробовать переворачивать. Конечно. Просто очень опасненько переворачивать. Опа. Есть. По чуть-чуть, потому что... О, блин. Ладно, пробуем. Вываливается, конечно. Тихо.
Пробуем. Опасно, люди, опасно. У нас нет хорошей погоды. На улице идет дождь, хотя мне это очень нравится. И мы идем сейчас. Нужно горшок забрать для бабушки. Землю, чтобы пересадить цветок, как я и говорила. Плюс пару блокнотов забрать. Тоже, что очень важно. У нас погода не погода. Не погода, а нынче в моде. Прекрасно. Короче, меня может быть плохо видно, но на улице просто холодно, идет дождь. Но мне это очень нравится, то, что идет дождь. Но то, что холодно, мне не нравится. А я сейчас иду. Все-таки сняла деньги с банкомата, с веселого такого банкомата, смешного очень. Он так их медленно выдавал, прям так. Потом эта шторка опускалась, так. Так очень-очень медленно. Вот. А сейчас я иду за горшком, землей и за блокнотами для своих разных курсов в этот, зараза. Короче, Великокишеня. Это там, где рядом Велмарт тоже находится. И это в Черкасах. Я выбираю ручку. И вот есть такая ручка с антисептиком. Она брызгает действительно. Действительно работает. Пока она не пишет так, как мне надо, поэтому я буду искать дальше. Мне нужна ручка, так какая прикольная вот еще. Ну, такая, как мне надо. Короче, были мы только что в Авроре, но там мы реально не нашли такого блокнота, как я хотела. Потому что я ж как это блокнотоман, но я не все блокноты, да, мне нравятся, а только некоторые. Смотрите, у них кто-нибудь ящик блокнотов, я буду счастлива. Вот. И там не было такого, как я хотела, поэтому сейчас найдем в кошельню и посмотрим, может быть, здесь что-то есть. Заодно горшок заберем и землю. Ну что, пойдем искать блокнот. Идем, идем. Может, я найду то, что хочу посмотреть. Ну да. Ну да, я вам скажу, что пока что здесь мне таки выбор нравится больше. Пока что. Сейчас мы что-нибудь подберем. Нам нужно... Не, это какие-то уроки. Это мне не надо. А что же я хочу? Вот сложно сказать, что я хочу. Блин. Все так сложно. Особенно с блокнотами. Особенно, когда ты слишком привередлив в них. И ты... Опа! Не можешь выбрать что-то одно. О, блин, с такими классными местами. Блокнот с вот этими вот. Вот тут я и остановлюсь. Оп. А что я ищу? Ага. А я ищу что-то красивое. Наверное, на YouTube. Мне нужно на YouTube просто один блокнот. А один блокнот мне нужен на что? Боже, ищи на ППшечку. Ищи. Том, 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 том
уже домой, вышла с этой, с маршрутки 20-й и иду домой. Вот. Накупила всякого-всякого. Взяла себе одну тетрадку, потому что у меня одна есть уже, я ее про YouTube пишу. Ну, типа, всякие толмучики. А вторую взяла себе для АПП, потому что очень-очень надо. Вот. Я, конечно, плохо видно, но сзади видно фонари горят. Уже вечер, поэтому... Вот. Как-то так. Взяла я вот такую тетрадку, а по вкусу могут быть другие. Вот такую я тетрадку взяла. Я взяла вот такие палочки кукурузные, это я Серёжа показываю. Вот такие палочки кукурузные, одни, это вкус пряжённого молока. И это просто молочные, самые обычные. Тоже должны быть вкусные. И взяла, я сейчас покажу, где... Ой, вон земля. Просто меньше размера не было, поэтому я взяла 5 литров. И вот такой горшок под вот такой вот цветочек. Вот. Вот, уже буду потихоньку готовиться ко сну, еще в душ нужно сходить. А уже 10:30, а мне бы 10:30 лечь спать. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока!